В Семе в рамках молодежного форума «Наш номер один», приуроченного ко дню президента страны, состоялась встреча заместителя акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусуповой с молодежью региона. В ходе неформальной встречи молодые люди поделились своими достижениями. На региональном молодежном форуме «Наш номер один» собралось около 100 молодых людей из городов и районов Восточного Казахстана. Студенты и молодые специалисты, которые трудятся в различных сферах, встретились с заместителем акима области Асем Нусуповой. Как было отмечено, молодежь Востока очень активна в любой сфере. Ярким свидетельством тому являются результаты наших ребят на ежегодном турнире WorldSkills. В этом году на чемпионате мира Казахстан занял 14 место. А совсем недавно, в ноябре, на чемпионате Казахстана, сборная Восточно-Казахстанской области заняла первое место, завоевав 6 золотых и 1 серебряную медали. На встрече выступил эксперт по мехатронике, специалист по мобильной робототехнике Александр Бецкольд, член движения WorldSkills. Александр – яркий представитель сборной команды региона, достигший больших результатов. Восточно-Казахстанская область уже второй год занимает общекомандное первое место. Это говорит о том, что в нашей области подготовка специалистов идет на должном уровне. То есть мы готовим не только чемпионов национального и региональных, но и чемпионов мира. То есть мы уже конкурируем на уровне мировых отраслей. Встреча носила неформальный характер. В беседе с заместителем акима области Асем Нусуповой молодые активисты поделились различными предложениями и идеями. Так, Даурен Кульбеков из села Балбакби Куксумского района Алматинской области, приехавший работать в Усть-Каменогорск, рассказал о преимуществах и эффективности программы «Серпен». По этой программе в 2015 году он окончил обучение и устроился электромонтером на завод. В Восточном Казахстане мало кадров, поэтому из южного региона приглашаются люди, открываются новые профессии, новые рабочие места. Оказывается, поддержка – это и финансовая помощь, и обеспечение общежитием, и стипендия. Мы от этой встречи молодежи ждет очень многого. Формат встречи новая, без галстуков, без преград, без границы, где каждый молодой человек может рассказать своих проблемах, своих достижениях, и каждый молодой человек сегодня может быть услышан. Цель данного форума – совместное обсуждение актуальных проблем молодежи и пути их решения. В ходе мероприятия, рассчитанного на 2 дня, молодежь ознакомится также с лучшими учебными заведениями города. Саулия Байгалиева, Нургуль Садыкова, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей».